Она была путеукладчицей, а также солью всей земли. И с понедельника по пятницу вбивала в шпалы костыли своей семипудовой грацией. А также щедростью души она крушила все препятствия в таежной северной глуши. В ее бригаде были гопники и два застенчивых бича, знакомых с творчеством Кропоткина, который сучил Ильича и в час обеденный, как правило, бичами ставился вопрос, что пролетариев заставило пустить державу под откос. Горнили этих жарких диспутов она узнала в первый раз, что секс придуман коммунистами, чтобы сбить порыв народных масс, и что большой еврейский заговор обрезал русский концик во всем, чем так гордились прадеды, а также деды и отцы. Особо огорчало мнение, что нас давно нигде не ждут, и создается впечатление, что мы мешаемся и тут, отсюда всякое смятение и воспаление мозгов. И где взять деньги на лечение, не знает даже мэр Лужков. Костыль искрился под кувалдою, и шпала ухала в ответ, но сердцу было не до праздника. От грустных мыслей в голове, зачем я дура бестолковая, десятый год кладу пути, коль жизнь такая непутевая, что просто некуда пойти.